Все, мы с тобой онлайн. Пикибаны, погнали. Приветствую всех. Приветствуй. Громче. Я шучу, шучу. Не иди там. Так. Че? Мы спектаторы, все правильно. Волш первый пикает. Ой, банит. В квеке я всех собрал. Все, ништяк. Все, погнали, ребята, банить, пикать. Первый раз вижу, чтобы в бан полетел Авокин. Да, именно первым. Да, ты вырос. Мазику явно не понравились руины. Он глаз не любит, кстати, сильно. Ну, я тоже не особо как-то отношусь к этой карте. Она очень страшная. Очень, если вы умеете играть тактически. Это... прям РТС, а не экшон. Да. Ваш мозг бегать буду сейчас 2 часа. Боже ты мой, за что? Кто-то его вождем зовет, это не ты? Нет. Кто-то его звал вождем. Очень интересно. А чё? Молотон Фос, Бладра. Ты скажи, за кого болеешь? За Мазика, он же мой сосед, еще и деньгами подогревает. Понятно. Подкупают тут комментатора. Предвзятые отношения, все дела. А ты не видел только что, как Петр играл с Мишки? С Том? А, ну частями так видел. Вот. Ну, как они сыграли Exile, конечно, мое почтение. Я еще больше эту карту полюбил. Там такое увидел, такое. Там, по-моему, Стоун за 4 минуты сколько, 10 фрагов сделал, да? Да, там начало просто вообще разнос был. Кто-то такое я видел. Ну, смотри, очень, кстати, странные карты. Провансаль взял Бладран, потому что когда-то давно видел, как я в него играл в Quake 3 еще. Чтоб ты понимал, Провансаль стажа дуэльного. Хер да маленько, не больше. Провансаль, смотри, выбирает строго. Мне кажется, это козырь в рукаве. Ну, рейнджер всегда хорош, поэтому... Так, сейчас, секунду. Рановатый бан Сорот на этой карте. Кажется, жабу. Ну, вообще на их уровне я бы брал сейчас кого-нибудь ДК. Боже ты мой. Ну вот. Я бы, да, вот я бы банил. Я Галену бы забанил вот на этой карте, кстати. Ну да, я бы взял ДК, Кила, Айзен. Никс. Ну, она тонкая все же. Если не умеешь пользоваться, они вряд ли за часами бегать будут. Поэтому КПД не такой высокий. Ну, вот видишь, ДК. Более правильный выбор, на мой взгляд. Кила прибанил. Что там, краб? Сейчас Биджей какой-нибудь пойдет, наверное, или Айзен. Биджей или Айзен, по-любому, вот из Рима. Ну, смотри, как читаем. А этот сейчас возьмет, наверное, Айзена или БК. Ну, давай. Как в воду глядел. Ага, я не могу с этого, конечно. Так, по серверу все готово. Так, они... мне нужно сделать... Туалет пойти? Нет, скрин сделать. Просто саму себе напоминаю. Ага.
Провансаль очень торопится. Военкомат, если что. Ой, чуть не испортил все. Подожди, у них Molten Falls. Погнали. Ты что не напоминаешь? Я бы сейчас статунул. Спамеры несчастные, да? Блин, у Провансаля это строк такой задрыпыш, как будто, знаешь, это сбежал откуда-то. Без одежды. С последних ног бежал вообще там. Из психушки для роботов. Но там где-то. Джокер-то играли. Архам, да? Ну. Мы тут выяснили, кстати, вчера. Или позавчера, я не знаю, это был, нет. Когда выяснили, что Айзен это папа Клоча. Да. Да. Какие страсти разворачиваются. Цепочку построишь? Мах. Логическую. Так, что, за кого? За Вазжу? Не, ну там вообще по классике, давай посмотрим за Провансаля. Интересно, что он будет делать за строго вообще. Выпустит, нет, хоть раз башку. Вначале. Ханза. Примеченные. Ханза, я тебя размечил, но ты на стриме. Так. Хэви съел. Ёпти. Чё ж молчат-то все диски? Да-да-да. Но все по своим делам разбежались. Ладно, ребятам надо сыграть все равно. Собирают, не спеша. Не, ну каждый свой айтем съели вначале. Да, да. Первая драка у барака. Барака. На рынке. Ханза, тихо. Ребята, стрим покажите на Твиче только. Включили, включили. А, молодцы. Технические да, неполадки какие-то? Да нормально там все. Да, все равно. Мог бы и там написать, Ханзыч. Ну, да, все. Так, ну 2-0 завожим. И контроль тоже он держит. Ну, агрессию проявляет еще и ходит все. Зло, смотри. Ошибка провансали на джампад так вот прыгать. Тут вообще на джампад, когда знаешь, что там оппонент, прыгать нельзя. Особенно если ждешь, что у него есть этот шафт. Да хоть что на самом деле. Там практически со всего можно. Ну, вождь смотри на этой позиции. Мазик, да, да. Мазик вообще, ну, настолько мало опыта имеет, что даже не понимает, откуда может прилететь. Это его пока основная проблема. Ну да, больше видно, что знает эту карту. Ну, так это его пик. Да, да. И он... Куда стрельнет, где позицию занять. Где соломки подстрелить. Директ. Хороший удар шахтом и добивание здоровяка. Вот еще нет, что, имеет право на жизнь, если получается, почему нет? Провансалю надо как-то брать себя в руки, а может быть даже и в ноги. В ноги? Ну вот смотри, и стек подбирается и все, так. Ну вот хэви за провансалем, сейчас у них наверняка будет рак из-за мигу. Да стопудово. 4, 3, 2... Мигу съешь там, Ванечка, ну что ж ты. Да он запинает сейчас ракеты. Ну какой рейлган. Вот ты башку. Ладно. Погулять. Ладно, победителя несу, и в этой драке он победил. Сзади же, ну.
Ушки-то для кого? Запутался. Они оба, главное, слышали друг дружку, и один пошел на джампад, а второй просто не развернулся назад. Вот он слышит джампад, а не понимает, откуда ждать. Знаешь, он кучу дуэлей насмотрелся, видел вроде где стоять надо, да, но не понимает, по какому принципу, видимо. Зачем, типа, да? Не, он знает зачем, я ему много раз объяснял. Но... А, не улети. Блин. Ой, еще и сферу кинул, перестраховался. Но... Мне как-то видно, что он обилку. Нормально, кстати, вот сейчас мазик зашафтил. Хорошо, напер, да, и все. Он сблизился слишком близко, чтобы тот шоги. Потому что шоги стал неудобственный. Но две аптечки прошел мимо, опять заигнорил, это большая ошибка. Аптечки. Может сразу спамит. Ну, аптечки побрасывай. Ладно, мигу сейчас съест. Да. Ну, кстати, у начинающих ведь действительно большая проблема понимать, откуда стык формируется. Майнус, попади. Просто нужен пад нечаянно устанет, будет. Ну, два фрага он взял, но на вражеской карте, молодец, все равно. Фрагы нужны в провансале обязательно. Угу. Там. Да. Не дайте его налево. Я тебе потом, Ханзыч, расскажу, я понял уже, да. Читайте чат. Не читайте чат. Провансаль-то еще один фраг делает. Чувствуешь запах? Ну, он может еще и карту забрать. Время позволяет. Это запах камбэка. Запах камбэка. Говорит хлеб. Раньше надо было, на самом деле, и мог бы сделать это легко тогда, наверное. Надо похватить голову вот эту... Это самое... Как? Пикера? Выкинул, да, выкинул бы пикера, когда за укрытие зашёл. Ой, какие ракеты всё-таки дают этот товарищ, можешь? А он, видишь, просто в открытую присел. Ну, кстати, неплохо трекает цель шафтом. Угу. Выше определенно свое дело знает, да. Угу. Мазик король ракеты, ей япона мать. Да, как-то вот стрелка не попала. Вот здесь из того, что постоянно вот смотри, еще запинал ракетами. Разбил лицо просто рейнджу. Ну когда да, тебя ракета туда-сюда кидает, трудно прицелиться, у тебя прицел отводит все время. Ну неплохо. Пожалуйста. Башку кидай, кидай башку по браске. Давай, 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 давай. Я тебя услышал. Еще, еще. Ты сука, чуть-чуть. Надо было, чтобы он это. Молодец, вторую аптеку взял. Как называется, когда ты ускоряешь ее? А, да. Запускать еще раз. Повторно прожал обилку. Да, да, повторно надо было попробовать. Часики. Шанс еще есть, Ванечка. Давай, соберись.
шансы есть всегда. Почти. Тебе не надо такое бежать. Бей своих, чтобы чужие боялись. Не-не, схема не работает в Quake. Я вчера в PUBG с этого сгорел. Бил. Давай. Давай. Нет, только не стой по-братски. Только не стой. Иди дальше, пожалуйста. Собери лайт там, вот где рейл. Давай, иди туда. Пульки подсобери для рокета, которым ты убиваешь. Нет. Осталась одна минута. Я надеюсь, он услышал, да? По-русски же говорят. Осталась одна минута. У него точно русский клиент. По кругу пошли. Блин, ни нахера упал. Там ракета одна, всё. Не видит он, что у него ракет нет. Иди собери ракеты. Но я хочу... Вот ракеты внизу. 7-7 хочу счет. Юлечку зови. По этой части к ней. О, встреча на Эльбе. Да не. Ну, всяко-босяко, блин. О, ну иди, софти. Это шанс. О, сфера! Ё-моё! Ёптать, в лицо поймал, но выжил, прикинь. Уходи нахер отсюда. Это сверху. Налево, две аптеки, налево, блядь! Блин, сейчас можно нападать будет. А то он отступает. Гасись, Ванечка, блядь. Соберись. Докаркал хлеб. Ёптать, мигали, шит. Смотри, он еще мигнул, скорость поднялся у него. Рокет, ты же помнишь, давай направо. Все. Ну. Все. Ты вооружен. Херач его. Я опасен. Какая грозная ракета. Провансаль в позиции. Он сейчас окопы рыть начнет здесь. Окопы. О, тихо. Нига. Все, пошел. Патрики надо было собрать. К шахту всегда бери патрики. Да, 64. Бери. Все. И давай, это драка. Ты будешь штраф забрал, смотри. Как тебя проштрафил немножко, но это так. Да это так. Это что, вош не обижался особо. Блять. Успеть можно еще до миги. Давай. Давай, пупсики. Да. Лишь бы не выкинуло. Нет, нахера ты ему отдал-то. Блин, гроз. Какой камбэк, а? Сука. Где на Мазику надо молодец. Бал в табло ему. Ты скриншот сделал? Сука. Да, это достойно. Хан, спасибо, что ты все-таки попытался вломиться. Я поздно заметил, что сцену не сразу переключал. Надо что-то сделать, чтобы можно было это... Визуально проще. Так. Там они нас спамили. Бладран. Бу-б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 у. Ну, кстати, тут Ванечки, наверное, шансов больше. Ну, только пик Дум против ДК не играет, мне кажется, на их уровне. Возжи. Все, погнали. Так, все у них план. Не, ну какой был финал? Хреб, хочу 7-7. Не, ну молодцы, конечно. Пацаны, ничего не скажешь. Да. Не, ну Мазик молодец, дерется. Он сказал, что сегодня даже полуторатысячнику проиграл что-то там 9-8, что ли, такое озвучил. Ты же слышал? Нет.
Правда, Бош ему сразу же там прокомментировал, что типа 1500, 1500 рознь. Ну, мы обычно это по-другому разделяем, да? 1500 утренние и 1500 ночные, это разные 1500, типа. Так, начнем этот раз давай за Вож смотреть. Или мы за него и начинали. Грузится долго, ком слабый. Мы за Мазика начинали смотреть. А, да, точно, он же этим играл строгом. Готовьтесь к бою. Так, все, Вож загрузился, полукиллер. Ложу, короче, хэви достанется, скорее всего. Две. Одну. В бой. Так, да. Куда ты? Огня! Какую шахту мазика, ебана, в рот. Интересно, да прыгнет, нет, дохэви? Да, смотри, да, сразу. Да. Смотри, еще. Да ладно, ты прикинь, что творит. И со стартовой шоги соки. И лыжи мазать. Он просто его хочет уничтожить, дробовик. Все, РЛ взял. Машинку возьми. Ёпты. Чтоб ты понимал, он играет на моем управлении, мазик, и даже не знает кнопки, где обычно. Неплохо, кстати. Хорош. Так, ну это нормально, углу собирать. Да ты. Там же мигулечка лежит. А, нет, еще не лежит. Тыкает, тыкает его, прикинь. Правильно тыкает. Забрал. Не, все, все правильно делает. Он все делает правильно. Он пытается его тыкать издалека. Так, ракета раз, ракета два. О, блин, тут огонь. И огонь, все. ГГ. Вот, я о чем говорил, что как бы ДК им балансен на этом уровне. Ну, кулер джампы. Ну, это лучше, чем вообще без возможности забрать хэви. Так, Мигуля съел. Мазик. Сейчас Вош вот. Сам себя загнал в угол. Да, а еще у Мазика проблема, что ему все говорят всегда, когда на ракетах дерешься, не прыгай. Но играя за Дума, надо прыгать. Особенно на их уровне, это значительно меняет. Ну не спускайся просто как можно. Ай-яй-яй-яй-яй, ну мазик хороший. О, Никитос проснулся. Чё-то не надо было тебя, Никитос, кстати. Да. Не, ну как надо прыгать? На средней станции, если ты прыгнешь, тебя поймают. Вот Дума можно прыгать, мне кажется. Он такой, против него ракетами стрёмно играть. А этот в душу насрал огнем и ушел. О, Ванечка там догадался, видимо, это. То, что вперед-назад, кстати, эффективнее, чем лево-право, это да, я тут вообще прям спорить не буду. Идеально, какие-нибудь овалы, восьмерки там. Ну, к этому еще прийти надо. А вот, кстати, у вас же, в отличие от анкапа, надо бы солнце можно и добавить. Видно, что ему очень неудобно. Идея вещь хорошая, он хотел выпад шафта сделать из-за угла, но сейчас провансалю нужно было пораньше встречать его с шафтом. Хера, если тут видок и джамп. Ну тут, разумеется, да, Вош будет наваливаться, потому что стек есть, пушки есть. Ну он сейчас нет. Начнет его гонять опять.
слышит, слышит его. Огня сейчас еще даст он. Смотри, все равно... Не, очень, очень много провоцарь нанесло урона. Да, да, сейчас да. Можешь убить. Вот, раз, два, все. Щиты разменялись. У Мазика, кстати, руки неплохо вообще. Мигулю отбил, прикинь. Надо потом смотреть. Это хорошо, что... Хорошо, что допрыгивает. Да-да. Пепыч тоже за Мазика болеет. Ты не видел Пепыч, как первую карту они закончили? Ух, вообще там было. Хлеб такой. Хочу 7-7 увидеть. 9 минут 30 секунд. Сколько, наверное, полторы минуты потом ходил Мазик. Да, это... Да, с твичом какая-то херня. У меня тоже все время. Ну, он, прикинь, закрыл в Sudden Death, выкинул около Миги. Вожжу. Причем отдал Мигу и ракетой выкинул его. Ну тут, видишь, огонь дезморалит его сильно. Да, да, да. Я помню первое время тоже как бы против того говноеда, когда играл, меня подбешивало. Ну ты да, не понимаешь, что с этим делать. Ну это тебе сейчас, конечно, настолько очевидно. Молодец, просто. Наказал за наглость просто, да, да, да. Ну да, Никитос, ну я же тебе говорю, тебе сейчас так очевидно. Ну беги, ты включи билку, да убеги. Никитос, ты когда в чемпионат начал играть, у тебя опыта Квейка было уже 20 лет. Анкапа, 7 зрителей притащила. Спасибо, Ань. Спасибо за рейд. Да. Shadow Legends. Ну, простите. Мне знаешь, что очевидно, Пепыч? Что ты товарищ прямолинейный, но иногда ты все равно подпиздываешь чутка. Без обид. Ну или ошибаешься, может быть. Как тебе больше нравится? Чувак, он переключался, он что такое, он, видишь, до конца пытался подрезать. Да-да. Ну ладно, я говорю, допускаю, что могу и я ошибаться. Все мы человеки. Блин, Мазик сам выбрал карту, которую просрет. Хотя, опять же, выиграл карту, которую... Вот-вот, прыгает. И все, вот о чем я говорю, что вот. На их уровне вот этот дабл джамп в драке, это вообще роляет дума. А ты потому что я от огня спасти. Да, да. Ладно, ладно. Под канала. Ну на аптеке. Ёптить. Да. Надо было Мазику на самом деле еще эти аптеки забрать, и тогда бы вообще легко. Куда, ну не дерись ты с ним, ёптать, нечем драться. Я кстати, прикинь, Пепыч, я узнал, что здесь в луже можно стоять. Причем, знаешь как, мне чел знакомый сказал, когда я кому-то проиграл, он зритель сел, говорит, прикинь, говорит. А чел все время хилился в этой луже от тебя, говорит, в смысле хилился. Но, говорит, вставал, у него хп прибавлялись. Я настолько тогда охренел, помню. Достань ракету. Ну смотри, они как бы прогрессируют, да, они с шафта стали херачиться. О, я тебя понял, Эрик, спасибо. Спасибо, мужик. Да, пока Анкапа 1-0, пока Мазик ведет. Первую карту выбирал Лос, но ее Мазик забрал, на удивление. А сейчас картина обратная. Он торопится, а у него...
Да, да как нет, эту Мазик выбрал карту, а вот же забирает. Хорошо, это 1-1, что нет, не 1-1. Вот это красиво. Нихера там ускорение, да? Ну так. Не услышал, что ли, блин, как так-то? Но он не понимает еще пока откуда. Хотя, по идее, это логику, что построить, за тобой шли, откуда пришел, туда и за тобой. Да уж, на время только посмотрел. Помолился тоже всем богам. Нам виды показывает, да, тут всякие. Ладно, да, не дадим ему бал в табло. Вот теперь 1-1. Угу. Прикольно, прикольно, кстати, Эрик. Ты видел, да, что там Дадавай тоже пришел? Вчера мне попался, по-моему, мы уже играли с ним. Или позавчера. Даже Дискорд поставил. Так, что у нас там? Третья карта, да? Ракон пишет, это не Мазик, это Майк Тайсон. ЦК, это Майк Тайсон, да. Ну что, ребятки? Он просто кулаки врубил. Биджи Айзен. Айзен на месте. Ну, уважи компик послабее. Провансалю-то я подогнал же компик. Хлеб. Ваш пускай поменяет персонажа. О. Ну чё, финалочка. Да. У меня аж кожа покрылась мурашками. Да давай-то. Да, не, да давай, молодец. Единственное, мне кажется, он гонит, что он месяц играет. Что за мазиком-то начинаем? Ну, я не знаю, тут уже до кого начинать, потому что... Хорошо, да, как Райдер, то он же там... С рейла вообще не может почти. Да, давай на майнинга. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через... 3, 2, 1, бой. Мазику, конечно, надо мышку и стол поменять еще. Не очень неудобно. Неплохо, кстати. Смотри, она еще и прыгает, как спрашивали. Ты видел, она прыгала. Да, видел. Она все еще прыгает. Охереть. Я еще ни разу такой не поставил сам табуретку. Да иди отсюда, он тебя кореш прикроет. Мига. Ты быстрее бери. Лол. Прыгающая табуретка — это разработка екатеринбургских ученых. Ученых разработки. Очень странная, короче, эта игра у них получается. Видал, да? Как только дружки уходят за углы. Опа, соточка. Надо уходить, ты же слышал, она мобилка. Смотри, как стреливается. Но видишь, Вош все равно делает свое дело. И дальше пушит. Господь потеряно.
И расплатился тут же за это. А чё? А, все, напрыгалась табуретка, встала. Интересно, почему он ее там пытается поставить? Он хочет, видимо, чтобы маленький армор не так просто доставался. Видела. Тебя украли, не делись. Плохо, кстати. Ой, соточка. Блин, как вот ракета заряжает. Так же сам съел. Вот, в ответ на хорошую. Чё делать? Тут обилка своевременная. Да нет смысла тебе брать. Разошлись, как в море корабли. Ну и так близко турельку разбивать. Не, ну Мазик молодец, дает бой. Че не говори. Молодец, молодец. Да, Рашат, наверное, адаптируется. А чё карту выучит, респы выучит, если механику поймёт, да ничего сложного тут особо нет, до определенной стадии. Ну я говорю, я экзал посмотрел, как играет Stone, там вообще машина просто, не человек. Повезло, что он на мигу еще наступил. Но он бы без этого выжил, там КП нормально оставалось. Он удачно зашел. Теперь у него большой стек, и можно драться. 250. Да, это походит на конечную. Да, да, да. Я увидел даже, как бы, вот я люблю тоже Exile, но увидел для себя несколько интересных моментов, как отыгрывается. Ну не шрафт же. Да, провансаль надо подать было с дробовика. Зачем? Есть ракета. Пау-пау, ну, все. Ракеты. Ну, я имею в виду на маленьком арморе. Видишь, он дробовиком отстреливался. Гипс валяется. Шога нормального человека. Шога нормального человека и шога курильщика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жди до конца, все. Осталось 5 минут. Молодец. Дождался. Не, ну молодец, смотри. Он, по крайней мере, без суеты играет. Ну, без особой такой. Да, спокойно вполне. Ну, конечно, отстреливается в никуда, это такой... О-хо-хо-хо, почти директ. Как они это делают? Ты хотел сказать, только боеприпасы переводят, да? Да-да. 2 секунды. Этот садник. Ну, все успел сжечь, да. Но у него еще, видишь, хпшечка начала откатываться. Молодец, молодец. Молодец, ага, сжег, сжег. Сейчас... Он не слышит нормально. Ой-ой, в лицо. Ну хорошо. Хей. Ладно, хотя бы лайф съесть надо. Не делись.
Все, надо понимать, что он ушел отсюда не просто так. Ваня, он ушел отсюда. Ну, он сдалека ракеты зацелит потом. Тут надо ее прятать тогда, чтобы, ну, издалека неудобно было стрелять. Да, Том, он поставил. Да, прям. Место, ну, прям очень. И еще смотри, если. И смотрит еще телепорт. Разворачиваться будет. Если в турельку прилетит ракета, то ему тоже достанется. Да, сплэш, да-да-да. Я поэтому иногда люблю в ракету стрелять, когда человек рядом с собой ее кидает. В тайминг вышел. Да, у вас же фрагов 5 или 6 точно за счет двойных шафтов. Блин, ну это хороший фраг был. Ваш реализовывает обилку бирже очень хорошо. Да, но это было понятно. Блин, тут надо было, конечно. А тела даже прибанил же этот у нас вош. Mm-hmm. Этого момента. Блин, ну ракета. Шансы есть, шансы отлично от нуля. Ваня, давай. Все в твоих руках. Вот, хлеб, чего хочешь, говори, я все равно за мазиком, блять. Официальная позиция, что я за красивый квейк. А человеческая? А человеческая позиция? Ну, тут игрок знает, за которую я болею. Мою позицию. Вот так вот, Ань. Вот так. Кстати, нормально, можно... и обилку он потратил еще. Это нормальный. Давай. На арморе ты поймал. Шанс. О-о-о-о. 7, 6, пожалуйста. 5. Ты должен дождаться. Не иди на него пошли. Ой, сотня. Все хорошо, все хорошо. Да, у провансаля сейчас про замечательно. Сейчас. Да, вот ему бы армор вот этот забрать. А тут спрятался, прикинь какой. Ах ты жук. Все, все хорошо. Да. Вот на турельку тут еще поставить. Не давай шафта вожу. Турель поставь. Все. Мигом охранять. О, подслушивает. Не, он не может. Хорошо. Украл. Ёптыть. Вот это заруба, а сейчас была. Я даже не успевал подобрать слово. Вот я понимаю, почему маленький даже смотреть по-своему интереснее. Потому что вообще хер его победить, что будет в следующий миг. Догоняй. Догоняй, догоняй, не бойся. Бля, ну все, 10 секунд. Выбора нету, ждать, не ждать. 10 секунд. А тут побежал, все, он сейчас еще мигу сожрет и все. Блин, это вош побежал победить. Мазику, конечно, да. Да, прям хорошую игру показал. Мазик? Это какая там хорошая игра. Ты капец. Капец, большой молодец. У тебя есть урон, правда, с ракеты только. Вот, я скажу больше, что вош тебя, во-первых, с победой, а во-вторых. Тебя реально спасала только обилка, которую ты, ну, реализовывал все-таки, в отличие от Мазика. Мазик кидал табуретку немножко. Я играл тех чемпионов, которых я вообще не знаю. Спасибо. И Авокин был забанен, и Рейнджер был забран. Да, да, ну, да. Ну, это подготовка. Это подготовка. Но Мазик на шару играл просто. Да я играл на шару, конечно. Нет, но какой был финал на Molten Falls, конечно, Мазик. Там хлеб такой в 9.30. Хочу 7-7. И полторы минуты бегаете. Видел сейчас последняя карта на корабле. Я самоубийство сделал. Ну, серьезно, 9-9 было. Я думал, сейчас драка опять будет, как на средней карте. Ну, на второй карте.
Ну, Айзен, это я вообще играть за него не умею. Ну, ты пушку ставишь я неправильно. Нет, ты пушку ставишь неправильно. Пушку надо сразу направлять куда туда, откуда оппонента ожидаешь. Или прятать ее, чтобы она, ну, как бы, чтобы в спину стреляла. Ты с одной стороны заходил, она с другой. Ну, это тонкости. Да. Это уже механики. Ладно. Да, в общем-то, Бош, тебя с победой еще раз. Да. Спасибо за игры. Заканчиваю турнир. Ребята, спасибо чат за просмотры, комментарии. Мажорные ноты заканчиваю турнир. Вот, спасибо. Это был мой последний матч. Да, спасибо тебе. Да. Это было последний, а мой предпоследний, по-моему. Ну, хорошо нет, поиграли на самом деле. Не-не-не, а было... оппоненты достойны друг дружки были, я считаю. Было очень круто. Так чуть-чуть, ты видел там, последнюю, видишь, а самоубийство я сделал. Я первую залил, потому что я вел сначала что-то 5-2, а потом там был великий камбэк. Ну, между прочим, Вейл я также выигрывал у этой, у Дэмэдж, Квад Дэмэдж, да. И, ну, я более-менее хотя бы только хоть как-то карту знаю, а все остальные это вот для меня, ну, вот Corrupted это вообще прям, ну, как бы, ну, не наигранная карта. Вот. А вторая какая карта была, я уже забыл. Bloodrun. А, Bloodrun. Ну, это Bloodrun, это у меня не было ни рейнджера, ну, и я играл за Дума, которого я абсолютно не знаю. Ага. Ну, им удобно прыгать за хэвиком. Ладно, я пока зарядим дуэлиста. Ребят, молодцы, что сыграли. Зрителям спасибо. Всем спасибо за присутствие. Ханза, за неравнодушность отдельно. Спасибо Алексею Некарандлеру, который позвал меня сюда поучаствовать. Вот. Да, я Лев Кенис. Это был мой первый сколь-нибудь серьезный опыт в Вейке. Сколько у тебя часов наиграно, вот же? Да 50, наверное, отчасти. А, ну вот примерно так же. Ну ладно, сейчас типа 90 висит, но там часть это висящих, настоящих часов 70.